Начали мы не очень хорошо. Парню не мешает этот храп или выключит? Я его отодвинул подальше. По центру. Не, Виталик тут. А, ну один кто-то вышел, ну, видите. Блин, что он все тащит-то? Ну! У нас 5 человек в эфире, кто там смотрит-то? Рикошет, видать. Я останусь, беги, Илья.
Илюха, Илюха, вижу. Вот он твой. Угу. Не, у нас бот. Чемодана нет. Зря ром. Да что ты делаешь? В касании не дают и все. Угу.
Хорош, Ром. Степ, ты все время опять за ним стоишь. Перед ним пристраивайся. Ну ты что стоишь за спиной? Сразу в край. Хорош. Ну это перехватывается. Илюх, не мечись. Ой-ой-ой, говно. Хороший, Юр. Все кроет. Дембеле, Зидан, они всех французов что ли сделали? Это отбор, наверное, был. Степ, ну что ты творишь-то? Илюха забегает, позы у тебя по краю, ну толкни ему. Можем еще забить два. Если будем так играть, никого мы не обыграем. Давайте этот матч закончим сначала, потом будем думать, прикидывать.
вторая желтая. Давай, до свидания. Хорош. Мы же 3-1 не можем решить. Тоже смешно.